И в продолжении темы празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности. В Госдуме внесли законопроект о значении этой даты праздничным и выходным днем, сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в наш медиахолдинг. Что думают об этом тверичане и хотят ли дополнительный официальный выходной? Об этом в следующем сюжете. День любви, семьи и верности установлен прежде всего для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Этот праздник стал широко отмечаться с 2008 года по приказу президента Владимира Владимировича Путина. А теперь уже 8 июля будет нести более серьезную роль, когда официально станет праздничным и выходным днем в стране. Мы спросили в разгар праздника в городском саду, как к такой инициативе относятся тверичане. Нет. А почему? Слишком много выходных. Хватит, надо работать. По мне, да, потому что можно сделать выходной, чтобы в этот день больше проводить времени с семьей. Чтобы, потому что родители вечно на работе, выходных мало. Да. А почему? Потому что надо проводить время с семьей, в любви. Нужно. А зачем? Конечно. Чем больше выходных, тем лучше. Считаю, что нет. А почему? Считаю, что достаточно праздников. Да. А почему? Ну, на семье держится все государство. Так что всегда верность, любовь, терпимость приносят счастье. По результатам опроса можно смело сказать, у всех мнение разное. Кому-то слишком много выходных, а кто-то в лишний раз хочет провести это время с семьей. Но в любом случае не стоит забывать, что День любви, семьи и верности – это замечательный повод собраться всей семьей и проявить особенную заботу к своим родным и близким.